В этом году улица Володиной в районе 54-й школы преобразилась как никогда. Здесь вырубили заросли, убрали мусор. Жители дома напротив посадили цветы и деревья. И теперь стараются регулярно поддерживать чистоту и порядок. Позитивные изменения здесь начались благодаря средствам, выделенным на исполнение наказов избирателей. Кроме этого, ТОСС Березняковский в этом году выиграл грант главы города на благоустройство территорий. Грант достаточно такой емкий, 600 тысяч. И в рамках этих денег у нас сейчас проходят работы и по благоустройству, самой территории, это и высадка клумб, это и окашивается трава, и появляются новые газоны, так же, как и обрезка деревьев и поросли. Также при содействии депутатов городского и областного парламента в 54-й школе уже третий год подряд поэтапно ведутся ремонтные работы. В этом году заменили окна. Из городского бюджета было выделено около 500 тысяч рублей. Здесь происходят как внутри текущие работы, внутри школы, так и ремонт фасадов. Сейчас мы больше внимания уделяем именно замене окон, потому что сегодня оконные блоки пришли в полную негодность, а обеспечить комфортные условия для обучения ученикам – это тоже немаловажно. Этим летом на улицах Благова и Павленко были оборудованы 3 новых детских городка. Вместе с игровым оборудованием в дворе появился свежий асфальт. Но когда решаются одни проблемы, сразу же возникают другие. Однако сделать город благоустроенным получится только сообща. Есть примеры разные. Вот мы сейчас смотрели дом, благоустроили полностью и клумбы, и высадили деревья сами жители. Смотрят за домом, за двором. Есть примеры противоположные, когда действительно такая иждивенческая позиция у жителей, что пришли, вот вы администрация, вот вы обязаны это делать и так далее. Поэтому мы пытаемся объяснить и доказать, что сегодня это совместная работа и администрации, и жителей города. В скором времени на территории ТОСС и Березняковский будет не только красиво, но и безопасно. В административном помещении активы ТОСС откроется опорный пункт полиции. Из городского бюджета на ремонт был выделен 1 миллион рублей. Любовь Почерникова, Андрей Семилоков, РТВ Иваново.